Роберто Чиари и испанский арбитр Оскар Пере. Итак, матч начался. Первые три очка. Статистика была результативных передач. 10 против 7 лидирует Мюнхен. Дентман. Да, поставлен бросок. Но я вспоминаю, как он играл за Альбу. И там он очень отличался. Баварцы. Еще раз на грани потери. С отскоком о пол, а то движение к кольцу не продолжено. Не поставил Евтокусу Уим в спину. Дентман забивает первый мяч в кольцо. Молодой Хама. Поразительно просто. Милакнис, Дентман тут же бьет. Не успел Уим сантиметров на 5. Поднялись. Еще одна нерезультативная атака у ЦСКА. Чижаускас Дентмана нашел. А тот кольцо, по-моему, да. Трехочковый Дентмана и 37. Та нога, которая была опорной, снова коснулась пола. А мячик все в пол не ударился. Дентман еще одну треху. Да, пошло дело, собирая урожай. 37-31. Это побежать. После такой классной передачи от приятеля промахнулся под кольца. Саша. Очень остроумно, технично и быстро Дентман обыгрывается на площадку. Кого поменял? Кауна. Совсем у ЦСКА маленький состав. Воронцевич держит. Забил Дентман совершенно невероятную треху из угла. А еще и скидка Воронцевичу. Андрей забил легенький мяч из-под кольца с передачи партнера. Не дотянулся. Дентман видел его и запустил. Альгериса на площадке. 12 номер. Дентман. Его бросать. 80-го года рождения. Можно сказать, такой старичочек. Но нет. Очень много находится. Но почему бросаем игрока с периметра, непонятно. Надежда, что будет промах. Но пока да. Смит пока мажет. И до конца. Да, Дентман. Он же Шарунас. Дентман. Открытая дорога. Посмотрите, даже усложнил. Не стал с левой стороны атаковать. 5. Затягивает атаку. Посмотрите, все в периметре. Все ждут передачи на периметр. Здесь нужно только забивать, что и получается. А вот такая тактика прав. Жальгерис с мячом. Попытка поймать защитника на фол в поле. Дентман. О, это его любимое движение с зависанием. Очень. Димша. 23 номер Жальгериса. На периметре хорошо. Дентман. Потрясающая техника броска. С отклонением. Как говорится, нелогичное попадание, но оно есть. Никто его отменить не сможет. Плюс 3. Макаби. А мы вот так, говорит Дентман. По окончании основного времени матча. Жальгерис, но есть еще. Быстрые атаки нужны. Есть возможность. Ну, по крайней мере, завести интригу концовочную. Вот таким образом, да. Да, и опять Джастин Дентман. Токус не уступает, он помощнее Марича будет. Ну, все-таки. Уже все-таки не то движение, что у этих игроков. Они более так подвижные. Треха в лоб и забивает Дентман. Забивает, да. Только Дентман. Дай. Сразу сходу завладеть преимуществом хозяевам не удалось. Климавичус. Опять атака с дальней дистанции. Ну, его надо трех. Держать. Он быстрый, резкий, поэтому естественно. Ну, друг друга они взаимозаменяют. И опять делает атаку и попадает. 3 из 3 он трехочковый.
это у меня все время вот на слуху эти фамилии. Вот. Дентман играет. Ну, будет пытается остановить мяч, Калнетис. Да, еще одна атака с периметра. Ну, и опять 4-4 трёха, 4-4 да? забивает трехочковых. Ну, честно говоря... Trading blows since the opening tip. Calgary's trying to take a four-point advantage, and they do. Can they continue that run here with Dimsha? He's hit a couple from outside. Oh, a lovely feed from Kupchak. They had to hit this one up when they had a bit of space. Partizan. Able to do so, but misses the shot, and Dentman for three, hits it as he's falling away, Justin Dentman. 13 points the lead for Jalgaris, with just over a minute to play in the first half. Dentman for three, and he's got it, Justin Dentman. Now that's 12. Again, and hits this time, Justin Dentman. Dentman trying from outside again, and hits this time, Justin Dentman. Now has 18 in the game, 4 from downtown. One game all of a sudden. Partizan have an extra spring in their step. Because we have Kopka moving it on to some of Vicious, and put it by Dentman, and put in again. It's 5 from outside, and Justin. Triple de Tremel Darden que no entra, el rebote para Martínez Pocius. Siempre día especial, emotivo para Martínez Pocius cuando juega contra los que fueron dos años, dos temporadas sus compañeros. Llega a la canasta. En corto, se apoya ahí en Yaktokas, Giancunas para Justin Dentman. Intuye el hueco, se frena el lanzamiento. Gran canasta de Justin Dentman. Justin Dentman por el centro, qué valiente es, pero no pudo anotar. Recupera Liquevicius, bola extra para Salgiris. Dentman solo en la esquina, desde aquí es mortal de necesidad. Bingo para Justin Dentman. Parece que Justin Dentman. Fernández por la derecha. ¡Ay! No quiere entrar ese balón que se paseó por el aro. Se la queda Justin Dentman. Dentman contra Yul, marca los pasos, se la juega. ¡Qué valiente es! ¡Qué canastón de Justin Dentman! Bueno, es 30. Pues no. Intentaba. No creo que es un objetivo. Un imposible, Liquevicius, aunque la jugada salió bien porque acabó con el crisis. Se la come, saca para Burusis, 3 de posesión. ¡Wow! Pata coja. La mandarina de Burusis. Dentman en el contragolpe, se tira contra cualquiera y le gana. Grande Dentman, pero ahora cuartos de final, Lokomotiv Kuban, Galatasaray y Bayern de Múnich, que son los tres equipos que se van a jugar a muerte ese último puesto. Bueno, una lucha muy interesante. Galatasaray sí que ha subido. Salgiris visita la cancha del Bayern de Múnich, el Audidom. Klimavičius sacando para Justin Dentman. Finta Alberto Martín, el lanzamiento de Dentman. ¡Oh, qué canastón! Ya está repetida la falta del canterano del Real Madrid. Dentman se revuelve, el lanzamiento. ¡Oh! Ve el aro enorme ahora y se siente capitán general delante de Alberto Martín. И Дедович пытался забить. И Бенсик был у кольца. Но наконец Дентман попал. Но мы еще раз говорим. Нет, атаки уже надо атаковать. Опять еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Какого дурачка попал Дентман, но вывел. А Крстич создав там пространство для Хайнца. Дентман в угол. Там Милакнис. Дентман бьет сам. И забивает свою первую же трёху. И забил двухочковый мяч. А Дентман отвечает второй подряд. Тимс Эйлайнс. Климавичус Эйлайнс за то, что накрыл Уимса. И Климавичус еще и перехват делает. Дэн. И опять отрыв. Замечательно на скорости распоряжается мячом Дэн. Бей! И в Токас
затерроризировал обоих цисковских центровых. Они не могут ему забить. Дентман, треха, там. Два очка осталось. Тайм-аут Мессины. У Воронцевича стало 7 очков. У Уимса 12. Он самый результативный в ЦСКА. Не прошла передача на Купсоса. Дентман бьет совершенно сумасшедшую треху и забивает. И показывает, что он играет за Жалгирис. Жалгирис в позиционном нападении. Передача в центр. Тут же вновь на периметр. И еще один пас. Без лишних телодвижений. Просто задвигает за корзину. Ну, если хочет, то и за лицевую может подвинуть. Дентман, здорово. Ой, как он шикарно обыграл Ахайона. Минуты с небольшим до окончания первой половины матча. Жальгирис в позиционном нападении. Дентман. Рывается в трехсекундную Дентман. Ну, Блюм. Перехват. Быстрая контратака. Должна получиться. Блю, мне кажется, хотел нарушить правила, но очень своевременно Лепкевич. 9-13 по потерям. Стали терять мяч Маккаби примерно так же, как это делал Жальгирис. Дентман пошел на защитника. Сложнейший мяч против... Евтокос не поставил. Вот сейчас заслон поставил хороший. Дентман отдал ему передачу, но некуда зажали, отдавать. Хорошо, надо атаковать. Углу. И вот первые три очка, которые забивает Дентман. Да, были у него два штрафных, но с игры первого. Гриса. Штрафные 2 из 8 у команды из Стамбула. Но зато 3 из 12 со средней дистанции у Каунасов. И 7 из 10 у Голтас. Партнеров. Ну и так. 23-18. Так закончилась вторая четверть. И 12-20. Первую проиграл Каунасский Жальгирис. Тут же Дентман начинает с попадания со средней. Игрок сборной Грузии забрасывает этот мяч. Здорово он играет в защите против Потсоуса. Играет от передачи. Почти закрывает своего Миндаугас. Купшас вместо Евтокоса. Мы видим с вами, что вот 5-7 человек есть в распоряжении Саудиса Штомбергаса, игроков на уровне. Ну, кстати, Карл Сарой прямым текстом сказал перед этой игрой, что вообще-то это матч, который мы должны выиграть. Если будем играть так, как умеем, и ничего экстраординарного с нами не случится, то, конечно, 62 всегда совсем разгромно как-то получилось бы. 28-24. Знаете, вот, по-моему, 5 подборов было преимущество у Галатасарая. Отъели немного. Еще одна треха. Lo que ha hecho Rudy ha sido robarle 11 segundos a esta posesión de Žalgiris. Ahí está Justin Dentman delante de Burusis. Le persigue Sergio Yul. Dentman en el triple que vuela. ¡Bingo! Tiene claro el objetivo. ¿Es de dos? Sí, de dos lados. Era muy difícil levantarse ahí. Pero lo hizo Nikola Mirotić. Están haciendo muchísimos carretones para Dentman. Para esto. ¡Bingo! Llevan ya jugando. Bueno, ser un joven talento y estar rodeado de esos jugadores, ya solo con estar ahí y entrenar, es suficiente. Pero si encima le añades que te están dando minutos y que tú estás respondiendo, pues al, al que tenga la bola. Cambio ahora, da igual. Y ahora se queda con Gudaitis. Pero la pelota está en otro sitio, en las manos de Justin Dentman, que va como un loco de 3 en 3. ¡Bingo para Justin Dentman! Ya lleva 2 a Maya. Mira, de fondo. No lo ha visto ahí. Va a recuperar Justin Dentman, sí. Rapidísimo. Triple de Justin Dentman. ¡Bingo! Dos. Para... ¿Es de dos también? No, que digo que quedan 2. Ah, vale. Miércoles, viernes y van hasta el 5º partido. Justin... ¿Ha pensado en tirárselo a Maya? ¿O me lo ha parecido a mí? Ha mirado mal al aro. No. Ahora ha pensado. Se la juega Dentman. ¡Dentro! ¡Bingo para Justin Dentman! Y ahí está con el balón Justin Dentman. Cuando acabe este partido conectaremos con el Martín Carpena de Málaga para ver cómo se despide la grada
10 balones más Zalgiris y el Madrid gana por 5. Denmon con el balón se para y triple de Justin Denmon. ¡Bingo! Batió el récord. El hombre récord, Justin Denmon. Justin Denmon, 9 de posesión para Zalgiris Kaunas. Denmon con Jack Tokas, tienen que empezar ya a mirar el aro. Justin Denmon se crea espacio, el lanzamiento triple. ¡Bingo! Para Justin Denmon, 6 triples. Mírale, ya. Mírale, ¿cómo está? Denmon. Lituania, Lituania, es lo que grita la grada. Justin Denmon, nadie le pone el cascabel al gato. 10 de ventaja. Si no lo veo, para el Zalgiris. No lo creo. Ojipláticos estamos. 76 a 60. De las últimas ocasiones. Y que se transforman cuando los partidos son a vida o muerte. Sí, por eso, que son. Tiene un gen competitivo especial, un gen ganador. Bueno. Bingo para Justin Denmon, el Madrid.